Работа кипит, пар валит в буквальном смысле. В цехе Самарской теплоэлектростанции шумно и безлюдно. Производство автоматизировано. Специалисты на пульте управления следят за каждым этапом работы. 5 турбин и 13 котлов Самарской ТЭЦ обеспечивают теплом и горячей водой больше половины города. Этот макет котла меньше настоящего в 40 раз. На нем объясняют принципы работы. Через 8 горелок, которые находятся внутри него, поступает газ. Он здесь горит, в этой емкости. Вода, которая течет по змеевикам, нагревается до 500 градусов, превращается, естественно, в пар. Пар выходит отсюда, начинает вращать турбину, чтобы тепло поступало к потребителям. Здесь очень внимательно относятся к решению экологических проблем, рассказывает депутатам Гордумы руководитель предприятия Владимир Диков. Объем водопотребления сокращают за счет повторного использования сточных вод. Ежедневно проводят мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу. И выбросы минимальные за счет хорошего качества сжигания. Есть отдельная там система, которая контролирует выбросы и которая позволяет очень четко реагировать на любые какие-то изменения режима. Депутаты и энергетики обсуждают насущные вопросы отрасли. Одна из главных проблем сейчас – задолженность населения и управляющих компаний перед тепловиками. Если бы каждый гражданин сегодня платил за тепло так, как необходимо, у нас бы было меньше порывов, и теплоэнергетики уверили нас о том, что они гораздо бы больше делали ремонтных работ и восстанавливали сети и приводили их в более должный порядок для нас. Сейчас энергетики принимают бесхозные теплосети на свой баланс, проверяют их состояние и ремонтируют. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, события.